Всех приветствую. Сегодня у меня Samsung Core Prim G360 Samsung. Такая вот модель. Тачскрин. После удара. Вот такая вот моделька. Тач. Почему-то клиент захотел белый тачскрин. Ну, поставим ему белый. Выключаем. Снимаем винты. Сняли винты. Так, сейчас я, наверное, поставлю телефон на сепаратор, ставлю на паузу и далее продолжим снимать. Итак, 100 градусов. 100 градусов есть. Телефончик нагрелся. Можно снимать. Вот он, двусторонний скотч, держит по периметру дисплейный модуль с рамкой. Так. Снимаем системную плату.
уже остыл. Давайте подогреем. градусов у нас стоит температура воздуха. Дисплея не касаемся. Очень легко снимается, когда он нагретый. Вот у нас разъем тачскрина, шлейф пошел под дисплей. Аккуратно отсоединяем дисплей. При необходимости можно еще нагреть. Тоже к рамке присоединен не сильно, но присоединен двусторонним скотчем. Таким вот, видите, да, серым. Разъем тачскрина. Соединяем, вытаскиваем. Тот самый двусторонний скотч. Который придерживает дисплей. Итак. Снимаем нижний пластик с тачскрина. Удаляем пыль. Вставляем разъем. Далее
разъем дисплея. Вот я вставляю металлическую рамку, укладываю дисплей. Заметьте, я тачскрин еще не положил. И после того, как мы уложили дисплей, вот он, видите, совмещаем отверстие верхнего динамика, решетки верхнего динамика и кнопки Home. Вот так вот интересно у нас получилось. Белый тач и серая кнопка. Но клиенту виднее. Собираем верхний модуль верхнего динамика и громкоговорителя. Системная плата. Камера. Дисплейный модуль. Наклеечка, скрывающая бренд. Немного мешает каркас. Еще раз ставим вверх, вниз. Ладно, с наклейкой разберемся потом. Раньше это было наклейки, а сейчас я смотрю, какую-то краску стали сюда лепить. Ну вот, да ладно. Итак. Итак, друзья, тач поменяли. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал. Только что мы поменяли тачскрин на модели Samsung Core Prime, модель G360. Всем удачи в ремонте, до свидания.